Канашском районе введен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Михаил Игнатьев. 12 сентября в деревне Новое Урюмово бешеная лисица напала на одного из рабочих. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь в Канашской больнице. Против бешенства вакцинируют еще одного рабочего, который вступил в контакт с животным. На месте нападения специалисты госветслужбы провели дезинфекцию. Карантин продлится 2 месяца. Отметим, ведомство дважды в год проводит вакцинацию диких животных. В июне в норы лисиц разложили 25 тысяч доз. Эту процедуру повторят в ноябре. Такая мера поможет сформировать иммунитет от бешенства, которого хватит на год.